Маршрут построен. Привет всем. Мы сегодня поедем на Скании, повезем пиво из Армавира. Погнали. Есть новый маршрут. Едем. Маршрут нашла новый путь. Мне несложно. Всем привет! Мы отправляемся в новый рейс. Наш рейс будет на грузовике Scania 143 Custom Tandem. Кузов и прицеп – пищевые цистерны. Сегодня мы работаем на компанию Dixie. Наш груз – разливное пиво. Загружаемся в городе Армавир, Краснодарский край, и доставим наш груз в город Калуга. Длина рейса – 1219 километров. Водителя зовут Сергей. Приятного просмотра! Приехали! Спасибо за компанию. Как-то тесновато тут у вас.
Алгоритм поездки готов. Двадцать одна тонна. Поехали. Поверните направо. Поверните направо. Поверните направо. Через 300 метров поверните направо. Поверните направо. Круговое движение. Первый съезд. Съезд. Держитесь левее. Держитесь правее. Thank you.
Так, надо посмотреть, куда нам объезжать. Держитесь левее. Поедем Куголя выписывать. Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо.
Маршрут перестроен. Держитесь правее. Съезд.
держитесь левее. Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо.
Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо. Алгоритм поездки готов.
Держитесь левее. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево. Через 300 метров поверните налево. Поверните налево. Нашла новый путь. Мне не сложно.
Поверните направо.
Съезд. Поверните налево.
Держитесь правее, а затем поверните направо. Поверните направо. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево. Держитесь левее, а затем поверните налево. Поверните налево. Мы на месте. До связи. Мы приехали. Пиво доставлено. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Если тебе понравилось это видео, поставь, пожалуйста, свой царский лайк.